Привет, это канал I Like Pet, и в этом ролике мы расскажем вам, как подружить кошку с собакой. Бытует мнение, что кошки и собаки заклятые враги, которые не могут ужиться вместе. Однако это не так. Мяукающие и лающие часто становятся отличными друзьями. Но для этого хозяин должен правильно их познакомить и обеспечить им комфортную совместную жизнь. Как помочь этим животным стать настоящими друзьями? Итак, представляем вам 5 советов, как подружить кошку с собакой. При знакомстве обеспечьте кошке свободное пространство. Так мяукающий друг будет чувствовать себя в безопасности, не будет проявлять агрессию по отношению к собаке. А вот лающего питомца лучше во время первого знакомства держать на поводке. Так собака будет понимать, что рядом хозяин, и будет чувствовать себя увереннее при знакомстве с другим животным. Знакомство с собакой для кошки всегда большой стресс, поэтому важно проследить, чтобы у кошки при знакомстве был путь отступления. В случае, если мяукающий друг не захочет общаться с собакой, у него должно быть надежное укрытие. Для этого подойдет любая высоко расположенная поверхность, на которую кошка может запрыгнуть. Отношения собаки и кошки строятся на ассоциациях, которые возникают у животных при виде друг друга. Важно, чтобы эти ассоциации были только положительными. Хозяин может создавать их сам, например, угощать животных лакомствами рядом друг с другом, но на комфортных для обоих расстояниях. Со временем кошка и собака привыкнут друг к другу, и у них сложатся хорошие дружеские отношения. Старайтесь предотвращать конфликтные ситуации. Конфликты между кошкой и собакой могут появляться из-за неправильного истолкования одним животным намерений другого. Например, кошка может воспринять как угрозу предложение собаке побегать и проявить агрессию в ответ. В таких случаях следует делать упор на воспитание собаки. Даже при возникновении конфликтной ситуации хозяин сможет контролировать послушного питомца. Разделите кормовые зоны питомцев, организуйте питание животных в разных комнатах или разместите миски кошки на высоте, недосягаемой для собаки. Так питомцы смогут чувствовать себя комфортно. Дело в том, что у кошек и собак разные пищевые привычки. Если кот, наевшись, спокойно оставит часть своей еды в миске, то собака съест все и не будет против полакомиться добавкой в виде кошачьего корма. Теперь вы знаете, как подружить кошку с собакой. Следуйте перечисленным советам, и тогда ваши питомцы не только будут прекрасно жить вместе, но и смогут стать настоящими друзьями. О других полезных правилах содержания домашних животных вы можете узнать на нашем сайте. Подписывайтесь, читайте и смотрите нас. Мы также представлены в социальных сетях. С вами был ilike.pet. До новых видео!